2 декабря. В ЦК «Урал» состоится 2-й Екатерининский бал. С 4 октября начнутся репетиции, на которых желающих прийти на бал обучат всем танцам бальной программы с нуля. Подготовка продлится до самого мероприятия. Чтобы попасть на него, нужно написать в сообщение группы «Бал ЕКБ» «Хочу на бал», а также указать, планируете ли вы прийти без пары или с парой. Дама, кавалер. Вам отправят подробную информацию об условиях участия персонально. На балу действует дресс-код. До участия допускаются дамы и кавалеры от 16 до 35 лет. Участник бала – тот, кто принимает участие в танцевальной программе. Зрительский билет не имеет возрастных ограничений.